26-м турнире принимают участие три государства: Молдавия, Россия и Беларусь. За 26 лет мы посчитали, более 10 тысяч спортсменов прошли через наш турнир, знают о геройстве на подводной лодке «Комсомолец». У них дипломы с отметкой «Лодка Комсомолец», медали все подписанные, призовые, кубки за первое место, тоже все подписано памятью лодки. И будем говорить, такой кусочек памяти каждый увезет себе домой. Наша витебская борьба всегда славилась, и в республике наша школа отдельная, вот «Богатырь» сейчас занимается, всегда на высоте. Идет отбор сейчас в феврале, у нас 14-15 февраля в Гомеле будет кадетская республика в программе «Олимпийские дни молодежи». И здесь вот первый отбор идет, и будет еще первенство области в конце января, первые дни февраля. Вся вот эта команда, которая выиграет здесь и выиграет на области, поедут защищать честь Витебской области на Республику Беларусь. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.